Барьерные ограждения или отбойники на зимних дорогах в северных регионах, установленные в соответствии с ГОСТом, создают немало проблем автомобилистам и тем, кто эти дороги содержит. В условиях тундры на насквозь продуваемых дорогах барьеры сдерживают снег, в результате чего в местах, где отбойники установлены, образуются узкие коридоры, мешающие движению транспорта. В Ненецком округе это касается как зимника, так и строящейся дороги на Ринмар-Усинск. Нынешняя метельная зима тому подтверждение. Впрочем, проблема не новая. Мы не случайно совместно с депутатами Государственной Думы отрабатывали вопрос, чтобы отказаться от этих барьерных ограждений. Отказаться и вместо них сделать в нашей арктической зоне тросовые ограждения, которые по сути не будут задерживать снег, но при этом будут обеспечивать безопасное движение автомобилей на сложных участках. Минтранс России принял положительное решение и изменил государственный стандарт по отношению к дорогам, расположенным в арктической зоне России. В ходе совещания главы региона с руководителями органов власти в режиме ВКС руководитель профильного департамента доложил Юрию Бездудному о пилотных действиях ведомства по изменению типа барьерных ограждений на одном из ранее построенных участков автомобильной дороги на Ринмар-Усинск, где срок эксплуатации отбойников подходит к завершению. Поэтому мы поменяем там участок, небольшой участок, на тросовый. Сейчас ЦСЗ прорабатывает вопрос изменения там технического задания и отрабатывает с подрядчиком, чтобы это сделать на этих участках. Также Павел Масюков отметил, что технические задания в отношении еще не построенных участков дороги будут изменены. Еще один вопрос повестки совещания главы региона – вхождение муниципалитетов Ненецкого округа в федеральную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры. На госпрограмму по развитию систем жилищно-коммунального хозяйства страны фонд содействия реформированию ЖКХ получит до 150 миллиардов рублей из фонда национального благосостояния. Эти средства направят на выдачу долгосрочных займов, на реализацию проектов модернизации систем тепла и водоснабжения. Заемщиком может быть юридическое лицо, у которого есть объекты коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также может быть унитарное предприятие, то есть это наше муниципальное предприятие Заполярного района, города, поселка Искательня. Речь идет о займе на 30 лет под 3% годовых. В первые 5 лет не требуется гашение основного долга. Фонд предоставляет заем в размере до 80% от стоимости реконструкции и модернизации объекта. Остальные 20% – это средства предприятия или бюджета муниципального образования. Как отметил Павел Масюков, единственное ограничение по выдаче займа – стоимость проекта должна составлять не менее 100 миллионов рублей. Однако в проект могут войти несколько объектов, например, 3 водовода. Сейчас необходимо муниципальным образованием совместно с их предприятиями отработать формы, которые мы им направили, заполнить их и уже сформировать план, в который войдут эти объекты, и направляем фонд, он предварительно одобряет, а дальше уже, в принципе, практическую плоскость уже заключает соглашение с фондом, и заемщик заключает договор займа также с фондом. Юрий Бездудный поручил профильному департаменту провести совещание с главами поселений, руководством Заполярного района, Наринмара и Искателей. И объяснить коллегам, что необходимо сделать для того, чтобы войти в эту государственную программу. Для нас это окно возможностей. Но мы же понимаем, что в целом для нашего округа зима – это испытание. Испытание на прочность. И для нас очень важно, чтобы все системы жизнеобеспечения были максимально надежными. Василий Хтанзейский, Леонид Шишлов, Владислав Носкин, телеканал «Север».